И к другим темам. Избавьтесь от боли в спине без таблеток и операций. В Петропавловске открылся центр доктора Бубновского. В нем лечат остеохондроз, артрит, артроз и другие заболевания суставов. Используют метод кинезитерапии. В чем его уникальность, расскажет Денис Ивков. Это многофункциональный тренажер Бубновского. На нем можно делать более 100 упражнений декомпрессионного и антигравитационного ряда. Буквально через несколько сеансов уже заметна положительная динамика. Радикулит, остеохондроз, артрит, артроз. Эти и другие заболевания спины и суставов лечат в центре доктора Бубновского. Работает он уже 2 месяца. Сегодня официальное открытие центра. С пациентами работают 6 инструкторов и 2 врача. Для каждого они подбирают индивидуальную лечебную программу. Но прежде пациент должен пройти обследование, и только потом его отправляют на тренажеры в зал кинезитерапии. Эту методику доктор Бубновский придумал еще в конце прошлого столетия. Так в чем же ее уникальность? Мы создаем каждому человеку возможность начать делать первые движения уже с острыми болями в пояснице. Когда он не может сидеть, ходить, стоять, он делает эти упражнения лежа, сидя, а тренажер растягивает его, позвоночник растягивает его суставы, тем самым позволяет работать этими мышцами. Вследствие чего резко улучшается восстановление трудоспособности, не возникает атрофия мышц, и на сегодняшний день эта методика помогла вернуть здоровье тысячам и тысячам людей по всему миру, где есть наши центры. Помогла избежать ненужных операций на суставы, люди постепенно бросают лекарства, начинают жить полноценной жизнью. Здесь более 20 тренажеров. На них можно делать упражнения на все группы мышц. От остеохондроза шейного отдела можно избавиться вот так. А если вас мучают головные боли и проблемы в шейно-грудном отделе позвоночника, то это упражнение просто необходимо. Одна из тех, кто уже опробовал на себе уникальный метод кинезитерапии, Айгуль Кусейнова. Впервые пришла в центр в конце лета. Мучили боли в спине. Сейчас она полностью избавилась от них. Женщине назначили специальные упражнения. По индивидуальной программе там всего упражнений было 7 упражнений. Сейчас у меня уже цикл такой, что я уже до 20 занятий провожу цикла. Сейчас вот как бы я уже не чувствую уже боли. Мне врач сказал обследование, потому что он делает после каждого цикла, и сказал, что есть улучшение. Первый центр доктора Бубновского появился в 1989 году в Москве. Сегодня на территории СНГ существует уже более 200 таких здравниц, в том числе 24 в Казахстане. Денис Сивков, Владимир Боровков, новости МТРК.